Готов? Чуй, там случилось все. 3, 4. Из-за тебя наша страна без медалей осталась. Научи меня прыгать, пожалуйста. У тебя же есть те ребята. Я не хочу, как они. Я хочу, как ты. Просто так ты от меня не отстанешь. Хочешь вернуться? Хорошо, выступите, попадете в сборную. Пап, вот меня бы хотя бы спросил, мне вообще это надо? Мы спортсмены, друг друга не бросаем. Только смелый покорит океан. Ну, сам-то ты что хочешь? Ты же не думал, что это любовь с первого взгляда? Прыжки в воду – это самый красивый вид спорта. Это словно быть в потоке трех стихий.